Солнечная и сухая погода задержится на территории всей Нижегородской области в майские праздники. Синоптики связывают это с арктическим антициклоном. Сейчас температура воздуха отстает от нормы на 1-3 градуса. Примечательно, что именно в День Победы начался более интенсивный прогрев. Днем в Нижегородской области столбик термометров покажет плюс 14, плюс 19, в Нижнем Новгороде на 1-2 градуса выше. К вечеру немного похолодает, но осадков при этом не ожидается. Будет небольшая облачность. Правда, ветер будет все еще дуть с северо-востока. По прогнозам, в праздничные выходные влияние антициклона сохранится. Правда, ожидается переменная облачность, а на юге-востоке пройдут небольшие дожди. Температурный фон плюс 27. В восточных районах до 0 под утро. Днем воздух прогреется до 15-20. В связи с сухой погодой нижегородские синоптики местами ожидают высокую пожароопасность. Поэтому при выезде на природу надо быть крайне осторожными с огнем в лесу. Тем не менее, одеваться нужно потеплее. Заморозки, особенно в низинах, пока сохраняются. Соответственно, утром и вечером будет прохладно. От плюс 1 до плюс 6 градусов.